привет! Сегодня с вами я, Ларин Денис, всем известный как Морпех. Сегодня я ведущий ЦСКА Баскет ТВ. ЦСКА МБА уже через несколько минут он начнется, а пока мы узнаем настроение наших болельщиков перед первым матчем. Я вижу, ты что-то уже приготовила, конечно. Да? Для что наших это? Игроков. Это для Каспера. Да. Номер два. Каспер Вэр. Он в наших сердцах. Пойдешь ли ты сегодня на встречу с болельщиками, с нашей командой, да? Пойду. Пойду. У кого хочешь взять автограф? У Самсона. Кто теперь сможет помочь нашей команде обыграть МБА? Каспер Вэр. Ты за него болеешь персонально? Да. Это мой любимый игрок. Потому что он очень хороший разыгрывающий. Очень круто кидать трехи. Здорово. Пойдешь ли ты на встречу с командой после игры? Да, конечно, пойду. Хочешь взять автографы или задать вопрос команде? И то, и то. Никита Курбанов, он капитан, постоянно действующий игрок нашей команды. Ну, вы давно болеете за ЦСКА? Несомненно. Ну, все только в настрое. На самом деле у нас команда классная, и я не сомневаюсь, что они выйдут нормальным настроем просто и сделают то, что, в принципе, мы хотим увидеть. Наша поддержка и ваша поддержка, и наши игроки сделают победу. ЦСКА чемпион. This process of recovery for our main very important players. We had injuries of Jean-Charles, of Stojkovic, of Trimble, but today I'm happy that they started to play. Лет назад, 28 сентября 2003 года, в греческом городе Патры женская сборная России поднялась на высшую ступень пьедестала чемпионата Европы. Никита, давай! Мы победим! Здесь, конечно, мягко, но хочется драйва, фанка круче. Пойдем туда. I'm just glad the season's finally here. You know, it's a long preseason. I missed a couple games, and I'm just happy that we was able to get the win. No matter how we won, we won. I feel like we dominated the game. We just didn't close the game out the right way. But now got another game Tuesday, and we'll bounce back and we'll play better. Сейчас пройдем культовую, посмотрим, как происходит формирование картинки, изображения на Кубе и на ТВ. Я ничего не соображаю. Смотрите, вот что находится на Кубе, сразу видно, кого выводят. Видимо, это тот человек, который решает, кто будет появляться на Кубе. Иногда я бываю, редко, но бываю. Пытаемся как раз вот сейчас найти свою игру. Потому что в этом году у нас много молодых игроков, много новых. Нужно время, чтобы наладить эту химию. И уже дальше, думаю, мы покажем свой уровень. In the first half, in the some moments from the third quarter, I think we played good basketball. But then, in the end, we allowed to the opponent to get some offensive rebounds and to make some three-point shots and got the game close in the ending. So we need to analyze this type of situations and not to let them repeat. We have a long road ahead of us, and we need to make progress on every step of the way. Вот на касатке на 5 на 3 вывели, и он тоже промахнулся. И все, нету ничего. А потому что что? Потому что ЦСКА всегда будет первым. Ура!
футбол лучше смотреть. Вот даже я, абсолютно отбито футбольный человек, который еще и борец, и вообще в целом немножечко про другое, не про баскетбол, все равно время от времени прихожу поболеть за ЦСКА, посмотреть на ЦСКА. И вот каждый раз у меня в голове одна и та же мысль, что баскетбол для живого просмотра самый крутой вид спорта. Вот меня там бананами, яйцами тухлыми, чем-то, я не знаю, чем меня закидают, там, помидорами и так далее. Но я готов признать, я футбольный человек, что живьем смотреть баскетбол зрелищнее всего. Вау! Он делает ей предложение! Скажи ей да! Скажи ему да! Скажи ему! Молодцы! Браво! У меня сегодня тоже, когда сегодня свадьба! У меня жене сегодня, женой 17 лет уже! О! Красавчик! Теперь попробую поработать немного комментатором. Ни разу этого не пробовал. Каспер 3. Есть! 3 очка! Каспер Уэр! Мой герой! Каспер Уэр. Думаю, так, проход идет. Забил. 2! Есть! 2 очка от Мела Тримбола. Молодец! Победа в регулярном сезоне за ЦСКА! Спасибо всем! Вы молодцы! Поддержка была на высоте! Мы победим! Мы победим! Мы победим! Кубок должен быть армейский! Кубок должен быть армейский! Приветствую вас, наших болельщиков! Я очень рад, что вы приехали на нашу первую игру. Мы играем для вас, и это не пустые слова. Конечно, мы очень рассчитываем на вашу поддержку. Вы нам очень нужны. Тони Джекири хочет сказать, чем бы он занимался, если бы не занимался баскетболом. Я думаю, я бы работал в клубе, вот был бы одним из менеджеров. Тони, может, микрофон? Мэлло? Мне очень нравится позиция президента клуба. Кресло закачалось подо мной, да. Толя очень серьезный. Я думаю, что я стал бы доктором, если бы не занимался баскетболом. Наверное, я бы стал бы полицейским. Полицейским? Никита за справедливость всегда. Здравствуйте, у меня вопрос к президенту ЦСКА. Как, когда и при каких обстоятельствах вы решили основать клуб? В силу того, что это было очень давно, я уже и не помню, честно говоря, это же было больше 100 лет назад. Давай я с другой стороны.